Добрый день. Меня зовут Юрий Саюткин. Я доцент Бакинской музыкальной академии и доцент Анталийской государственной консерватории при университете Акдениз, Турция. В эти сложные дни, когда мое государство, мой родной Азербайджан, ведет освободительную войну за свои территории и за Нагорный Карабах, который является неотъемлемой частью Азербайджана, различные армянские СМИ распространяют ложную информацию, якобы о том, что представители других религиозных конфессий подвергаются какому-либо давлению и преследованию на территории Азербайджана. Я, как русский православный христианин, заявляю, что эта информация является полной ложью и фальсификацией. Азербайджан всегда был многонациональным государством, с большим уважением относящийся к представителям других национальностей и других религиозных конфессий. Лично я и моя семья всю жизнь и по сей день имели возможность посещать православный храм. Мои друзья, представители других национальностей, как и евреи, спокойно могли посещать синагогу. Мои друзья, католические христиане, также имели полную свободу вероисповедания. Так что заявление армянских СМИ о какой-либо защите христианства от преследования не имеет под собой никакой реальной почвы. Я хочу поддержать мою родную страну, мой Азербайджан, гражданином которой я являюсь, и пожелать удачи нашей доблестной армии. Спасибо за внимание.